вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Hans ТК-163, состоящий из 163 предметов. Hans — это профессиональный инструмент, изготавливается он на острове Тайвань. По отзывам людей, которые покупали и используют его в работе, только положительные отзывы, так как инструмент крепкий и выдерживает большие нагрузки. Он применяется в основном на СТО, автосервисах или предприятиях. Также можно использовать набор для обслуживания собственного автомобиля. Так, перейдем к комплектации набора. Набор поставляется в такой бумажной упаковке. Что указывает производитель важного на упаковке? Это 3 рабочих квадрата, 1,4, 3 восьмых и 1 вторая. Указывает lifetime, это пожизненная гарантия на наборы Hans. С обратной стороны упаковки есть полностью весь модельный ряд наборов Hans, то есть вы можете подобрать еще отдельно набор и посмотреть заодно комплектацию данных наборов. Особенность наборов Hans: в комплекте идет вот такая вот перегородка поролоновая, которая укладывается между двух крышек во время закрывания, чтобы инструмент не ездил по набору во время передвижения или переноски. И здесь также увидите полностью комплектацию данного набора. То есть это очень удобно, и этот вот поролоновая прокладка очень качественно сделана, послужит вам долго. В комплекте 3 рабочих квадрата, 3 восьмых, 1 вторая и 1 четвертая. Соответственно, под них идут 3 трещотки. Трещотки в наборе на 72 зуба. Они идут полностью металлические, то есть без резиновой ручки. Это, кстати, плюс, потому что рукоятка со временем все равно стирается и пачкается. Данная трещотка вот с металлической ручкой, она очень легко вытирается, и как бы здесь нечем стираться. Трещотки на 72 зуба имеют реверс, имеют быстрый сброс, они разборные, можно заменить сам механизм или смазать его. И инструмент весь в наборе имеет номер согласно каталога. Каталог есть в PDF формате, то есть электронный, или может быть бумажный каталог. То есть если трещотка у вас потерялась, или вы кто-то украл у вас, вы можете такую же самую заказать по каталогу. Длина трещотки на подквадрат 1,2 составляет 255 мм. Трещотка под квадрат 3 восьмых, также с металлической ручкой, с реверсом на 72 зуба. Длина трещотки 175 мм. Трещотка под квадрат 1,4, длина 125 мм, также с металлической ручкой. Вороток шарнирный есть в наборе. Длина воротка 360 мм, очень удобная вещь. Срывать, затягивать гайки. Вороток также имеет разборной, эту часть можно заменить, если вдруг она у вас полетела или со временем износилась. Также вороток имеет номер по каталогу. Рукоятка полностью из металла, нет никаких накладок пластиковых. К этому воротку есть вот такой переходник трещоточный. Данный переходник идет на 24 зуба. Его можно использовать или с воротком. Вот получаем еще одну трещотку. Или можно использовать с Т-образным воротком. Очень удобная вещь. Так, Т-образный вороток также идет в комплекте. Длина воротка 300 мм. Так, отверточная рукоятка. Длина рукоятки 150 мм. Накладка из пластика. Имеется присоединительный квадрат. Можно подсоединять трещотку. Что здесь у нас за надпись? Надпись хром-ванадий. Хром-ванадиевая сталь, материал изготовления. Ну, весь инструмент в наборе изготовлен из хром-ванадиевой стали. Надпись Hans также на рукоятке. Данная рукоточная рукоятка может применяться с битами. Есть специальный переходник. Вот, надеваете. И биты можете брать. Такой вот бокс есть с битами. Торкс. Есть биты шлицевые и крестовые. Также можно использовать эту рукоятку с головками под квадрат 1,4.
Карданы. Три кардана в наборе, 1,4 квадрат, 1,2 и 3 восьмых. Карданы здесь скреплены заклепками, они полностью проклепаны. Очень качественные, качественно сделаны. Ну, видно сразу, что инструмент профессиональный. Сделано, как бы все детали очень хорошо подогнаны друг к другу. Так, переходники. Есть два переходника с перехода с квадрата 1/2 на 3 восьмых и переходник с 3 восьмых на 1/4. Переходник подбитый, квадрат 1,2. Данный переходник используется с битами. Есть длинные биты в наборе. Общее количество 12 штук в верхней крышке. Выбираете нужную биту, вставляете. И можете подсоединять или трещотку. Ну или вороток Т-образный, есть еще и шарнирный. Набор Г-образных ключей. Общее количество в данном наборе 9 штук. Ключи Г-образные с шаром. Они шестигранные. Две свечные головки. Свечные головки на 16 и 21 мм. Имеют внутри резиновые прокладки, вставки для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Так, удлинители. Под квадрат 1,2. Два удлинителя идет. Длина 125 и 250 мм. Под квадрат 3 восьмых. Два удлинителя. 150 и 75 мм. Весь инструмент в наборе имеет надпись «Hans» на металле и номер согласно каталогу. Я уже это показывал. И под квадрат 1,4, один удлинитель 125 мм. Головки. Головки в наборе идут шестигранные. Коротких головок, общее количество 38 штук. Это включает квадрат 1,4, квадрат 3 восьмых и квадрат 1,2. Самая маленькая головка у нас идет 3,5 мм. То есть, если обычно в наборах идет от 4 мм, в данном наборе идет от 3,5 мм. И самая большая головка на 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 244 грамма. Головки, как видите, здесь нет. Обычно на головках идет рифление какое-то. Здесь полностью она гладкая, но делится матовая часть и глянцевая. 32 мм, логотип Hans, надпись и номер согласно каталогу. Головки длинные, общее количество 20 штук. Самая маленькая головка 6 мм. Самая большая головка на 19 мм. Так, головки Torx. Общее количество 13 штук. Самая маленькая Е4 Torx внутренний. И самая большая головка Е20 Torx. Так, по нижней крышке все показал, теперь верхняя крышка. Так, длинные биты я показывал уже. Общее количество длинных бит 12 штук. Вот здесь есть у нас и шестигранные, есть биты Ripe, есть Torx биты. Далее биты в держателе. 10 штук, вот такие вот, можно их вытягивать. Они используются с переходником под квадрат 1,4. Далее, биты, прессованные в головку. Общее количество 22 штуки. Все биты подписаны согласно ячеек, в которых они закреплены. Также здесь подписаны. Здесь большие биты, самая большая бита Torx. Это Т-60 в наборе идет. Далее, три головки ударные для использования с гоковертом, с пневмогоковертом. На 21 мм головка длинная ударная, шестигранная.
Есть головка на 17 мм и на 19 мм. Трещоточные ключи на 72 зуба. В наборе идут размеры 17, 19, 12, 13 и 8, 10. Далее комбинированные ключи. Общее количество комбинированных ключей. Сейчас скажу вам. 12 штук ключей у нас в наборе идет. Самый большой ключ 19 мм комбинированный. Имеет надпись Hans. Номер согласно каталога. Очень хорошо они изготовлены. Как бы нету ни следов литья. То есть, ну, видно, что качественный инструмент, видно сразу. И самый маленький ключ у нас на 8 мм. Комбинированный. Так, по комплектации все. Кейс. Кейс состоит у нас из двух частей. Скреплен он пластиковой завесой, но имеет внутри металлические штыри. Набор запирается на 4 пластиковых замка. Два замка по бокам и два замка спереди. В кейсе весь инструмент практически подписан. Это головки подписаны согласно своих размеров. Подписаны биты. Ключи подписаны. Также есть логотип Hans внутри вот, на верхней крышке. Теперь по габаритам самого кейса. А, еще забыли проверить, как хорошо держится инструмент на верхней крышке. Здесь он очень хорошо защелкивается. Было бы удивительно, если профессиональный инструмент был бы и все у вас валилось бы во время запирания набора. Здесь очень хорошо все закрепляется и вот закрываем, и все очень плотно держится на своих местах. Так, по кейсу. Ширина кейса составляет 56 см, длина 39, высота 10 см. Вес самого набора составляет 11 кг. По пластику, пластик нажимаешь, но он пружинит, то есть где-то средней жесткости. То есть он и не жесткий, и не мягкий. Вы видите, здесь такая насечка и логотип Hans Tools на верхней крышке. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Покупайте качественный инструмент. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Или, может быть, оно помогло вам с выбора набора инструмента. Спасибо. До свидания.